как у рыбы сейчас. Подожди, он же даже голову не отрезал той этой змеи. Живьем ее кипятком ошпарил одну из змей. Жутко, конечно, но что делать? Что делать? Чтобы выжить, человек что только не ест. Он же ее прокипятил водой. Тебе видно это все? Сварил ее жильем. Давай. Тут же готовят королевских кальмаров. Моллюски. Шринц королевский. Ну. Поставь руку рядом с ним, чтобы видели размер. Нет, вот кисть, она, да. Рука. Ну вот палец мой. Маленький шприц вот такой должен быть. А он... ствол целый, они. Вот самый большой, вот этот.